Расскажу про еще один город Гагаузии – Волгонежск. Символом города является памятник Гагаузской битвы – 22-метровая башня, построенная в 1848 году. Это находится на окраине, ну а мы посмотрим центр. В городе есть много достопримечательностей, которые остались еще от СССР. Есть еще дом культуры, но, к сожалению, не успела его снять, разрядился телефон. Прямо в центре города есть один парк, который меня очень впечатлил. Сейчас расскажу почему. Во-первых, сохранились такие скамейки еще 60-х годов. И плюс еще сцена. В самом парке разгуливают и индюки, и утки, и курицы. Честно, вот нигде такого еще не видела. А также историко-краеведческий музей. При выезде из города поднимались по булыжной мостовой дороге наверх холма. Именно тут есть смотровая площадка, где панорамный вид на весь город.